Упавшее дерево во дворе дома номер 94 по Можайскому шоссе грозило выдавить ветками стекла в окнах квартир. Сначала жители обратились в управляющую компанию, а затем в редакцию ОТВ. Одинцовское телевидение переадресовало вопрос в администрацию округа. К моменту приезда съемочной группы рабочие муниципального предприятия «Одинцовское городское хозяйство» уже почти решили проблему. Молодцы, ребятки! Оперативно сработали, но только чтобы после себя все убрать, все сучки, все. Во дворе 94-го дома растет еще несколько полусгнивших деревьев. Жители также просят их спилить, иначе вскоре похожая проблема возникнет вновь.